В Ростове собираются поднять плату за эвакуацию автомобилей, припаркованных в неположенном месте. Об этом сообщил сити-менеджер Виталий Кушнарев. Он отметил, что в Донской столице один из самых низких тарифов по всей России. Он составляет 2080 рублей. При этом в Краснодаре платят 3, а в Сочи вообще 5000. По информации портала Дондей, градоначальник считает, что именно низкая плата за эвакуацию автомобилей позволяет некоторым водителям повторно нарушать правила парковки. Сейчас в среднем владельцу авто нужно заплатить 4000, из которых 2 уходят на оплату самого штрафа. Холдинг РЖД обеспечит бесплатный проезд участникам и инвалидам Великой Отечественной войны в течение всего мая. Льготы распространяются на вагоны всех классов обслуживания, включая СВ и люкс, всех поездов дальнего следования, курсирующих во внутрироссийском сообщении, а также в скоростных поездах «Сапсан» и «Ласточка». С каждым инвалидом и участником Великой Отечественной войны бесплатно может проследовать один из сопровождающих. Количество поездок не ограничено. Оформить безденежный билет можно уже сейчас в кассах дальнего следования на основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, и при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу. Сборы за оформление, за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание, взиматься не будут. Областной декадник «Безопасные каникулы» пройдет с 21 по 30 марта во всех муниципальных образованиях. Сотрудники госавтоинспекции и юные инспекторы движения проведут акции, рейды, флешмобы, инструктажи, занятия, викторины по пропаганде соблюдения ПДД с целью обеспечения безопасности детей на дороге. На Дону проходит голосование за название музея на Самбекских высотах. Жители призывают выбрать 2 понравившихся варианта. Среди них «Донской рубеж», «Дон в Великой Отечественной войне 1941-45 годов», «Высота народной памяти», «Донские страницы войны», «Огненные рубежи Ростовской области», «Прими поклон, Великая победа». Голосование проходит на сайте благотворительного фонда «Самбекские высоты» и в социальной сети ВКонтакте. По предварительным данным, на сегодня лидируют 2 названия – «Донской рубеж» и «Дон в Великой Отечественной войне 1941-45 годов». Завершится голосование 25 марта. Напомним, в строительстве Народного музея принимают участие жители Дона. Строительная готовность здания музея уже составляет 55%. Выполнена подземная часть строения, идет устройство железобетонных колонн первого этажа и укладка кирпичных перегородок. На 70% готовы военно-историческая экспозиция, административно-бытовой корпус и гараж, построена и подключена к системам коммуникации «Котельная». Рассказать о Мундиале и погрузиться в экологические проблемы. В медиапарке «Южный регион» стартовал второй день Кубка мультимедийных чемпионов. Чтобы выполнить новое задание – осветить жизнь Донской столицы, участникам конкурса предстоит освоить жанры мобильной журналистики. О них на своей лекции и рассказал ирландский репортер и редактор Дэйв Робинс. Сейчас все больше медиаорганизаций переходят вот на такой формат, когда просто один журналист со своим мобильным телефоном может сделать и профессиональный сюжет, и вещательного уровня, вещательного качества, да, смонтировать и пустить в эфир. Потом это меньше как бы вторгается в пространство людей, да, то есть с большей охотой человек будет с вами разговаривать, если вы снимаете его на мобильный телефон, чем ежели вы наставляете на него профессиональную камеру. Поэтому в современной журналистике да, очень важно быть мобильным и вот уметь делать такие вещи просто со своего мобильного телефона. После результатов первого дня в игре остались 9 участников, которые разделились на 3 команды. В финале конкурса за главный приз «Ловец мультимедийных идей» сразятся 4. Победители объявят на церемонии закрытия 23 марта.